Всем привет! Мне очень приятно, что вы зашли на мой кулинарный канал. Сегодня приготовим блюдо из риса. Простой рецепт приготовления. Все вкусно, быстро и полезно. Для приготовления нам понадобится 1 стакан риса, пропаренного и промытого под холодной водой. Зеленый горошек, у меня замороженный. Лук и морковь, нарезанные кубиками. Замороженная кукуруза и стручковая фасоль. Мелко нарезанный чеснок. Все овощи у меня примерно по 150 грамм. Карри 1 чайная ложка, соль, растительное масло. Рис я готовлю в казанке. В раскаленный казан наливаю растительное масло и отправляю жариться лук и морковь. Потом добавляю чеснок. Обжариваю все минут 10. Отправляю в казан все овощи, рис и специи. Хорошо все перемешиваю. Вливаю 2 стакана воды, перемешиваю и накрываю крышкой. Варю на маленьком огне 30 минут. Рис получается очень рассыпчатый и насыщенный вкусом овощей. Это довольно диетическое блюдо, его можно использовать как гарнир на вкусный ужин, так и самостоятельное блюдо. А какой рис любите варить вы? Пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.